Родственники, друзья и соратники, бывшие коллеги и просто обычные нижнекамцы. Проводить в последний путь Фатиха Кутдусова пришли сотни людей. Вот у него висит там фотка, и эта фотка говорит обо всем. Он вечно улыбчивый такой, веселый. На его портрет пришедшие без слез смотреть не могут. Фатих Кашапович – человек, который всегда излучал добро. Он жил так, что его всегда ставили в пример во всем. Он был очень добрым, очень веселым. Он хорошо пел очень, знал свою национальную музыку. Его детище было Жадыген Чишме, который боготворил. Он приходил на концерты к нам. Такой был веселый человек. Просто он до последнего времени, как на улице встречаемся, мы разговаривали. Ну, он человек большой, конечно, но однако вот такой был простой и со всеми так все самоузнавал, спрашивал, как, что, к чему в семье. В составе почетного караула руководители города. Долгое время Фатих Кашапович возглавлял Нижнекамск. Был видным общественным деятелем, инициатором важнейших социальных проектов. Таких людей мало. Мало. Он действительно называл себя, я говорю, дворник. Вот, когда-то первый заместитель председателя горосполкома был. Отвечал за весь жилищно-коммунальный комплекс города. Ну и района здесь уже, не только город. Вот, очень огромный вклад в развитие и строительство нашего города внес. Он мог сделать еще очень многое. У Фатиха Кутдусова было очень много планов. Работая на благо любимого города, он никогда не жалел сил и энергии. Нижнекамску он отдавал всего себя. Фатих Кашапович имел много наград. Летом он получил звание почетного жителя Нижнекамска. Торжественное мероприятие по этому поводу должно было пройти в ближайшее время. Волею судьбы ленту с этим званием ему вручили посмертно. От имени Айдара Сюметшина, он сегодня находится далеко от города, в командировке, я приношу вам слова глубокой скорби и соболезнования. Мы сегодня провожаем последний путь удивительного человека. Нашего соратника, нашего коллегу, истинного патриота нашего города. Сколько он сделал для нас, для Нижнекамска, для своего любимого Нижнекамска, знает каждый стоящий здесь. Он был действительно патриотом, патриотом с большой буквы. Он умер на 67-м году жизни. Память о Фатихе Кашаповиче всегда будет жить в сердцах нижнекамцев. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, новости НТР.